Час, коли в бібліотеці не треба витримлювати тишиню, традиційно настав напередодні святкування Дня города. Шостий год запар Гомель долучається до міжнародної акції «Ноч у бібліотеці». Дві самые буйные бібліотеки в області розгорнули для навідувальників десятки інтерактивних пляцовок. «Біблія-ноч» 2017 спершу открыла Гомельская городская библиотека имя Герцена. Мероприемство розпочалося на улице перед будинком библиотеки. Потом плавно действо казочной программы перетекло на все поверхи. Кожная информационная плясовка окунала у свет книг Джоан Роулинг об Гарри Поттере. Гости могли поступить на чаровницкий факультет, позаниматься у библиотеки Хогвартса, принять удел у интеллектуальном поединку на ведении истории про юного чаровника. Главными персонажами казочного шоу стали как сами супрацовники библиотеки, так и горожане. Если я магл, то я в жизни врач, а вообще я помогаю волшебникам, я с радостью согласился помогать на ночи библиотек, потому что мне кажется, что история про Гарри Поттера – это такой волшебный рассказ, это целая эпоха, которую нынешнее молодое поколение тоже интересуется. Фантастичная инсталляция из книг Джоан Роулинг, одень и прилады чаровников – все это своими руками зарабили супрацовники библиотеки. На подрыхтовку спотребилось около 3 месяцев. Мы хотим привлечь наибольшее число людей в наши стены для того, чтобы они понимали, что в библиотеке возможно все. Не только тишина и, так сказать, традиционное чтение, но и прекрасный досуг, который может быть организовать любая библиотека. Шматлюдно, шумно и весело. «Біблія-ноч» 2017 отзначили и у Гомельской областной библиотеки имя Ленина. Тут акцент зробили на белорусские фольклорные и литературные традиции. Минавито той год, коли исполнилось 500 год белорусского книгодрукования, юбилей Скорины, 135-годия с дня народжения Куба Колоса, Янки Купалы. Менавіта гэтаму святу присвечена наша «Біблія-ноч», якая у гэтым годзе мае назву «Вераснёвая светлая мары». Постановки фольклорных обрядов, литературные читания и библиотечные квесты. Только частка займальных зон, якія подрыхтавала областная библиотека. Яны працавали амаль да полночи. Многие гамельчане и гости города, якія приехали на «Біблія-ноч», уже распачали гадать, у якія казачные вандрования отправятся в библиотеках у наступном годе. Наталья Каприленко, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадо компания Гомель.